Как дела? Да супер, это хорошо. Ася, ну ты что? В сторис-то не выложил? Как? В смысле, выложил? Выложил, а что не написал? В смысле, не написал? Не написал. Я думал, ты увидишь. Да. Я поэтому спокоен. Конечно, выложил. Ну как? Бомба, честно? Ты про вот это, что мы снимали? Или про что? В целом говорю, как ты. А, как я? Фу. Вообще отлично. Нормально. А вот это что снимали, вообще бомба. Да? Я наржался, капец. Хотя я знал, да, что мы говорили. Но на камере выглядело прикольно. Надо будет еще одну историю, чтобы больше пришло просмотра. Я прям посмеялся. А вам понравилось? Да. Наша тема. Не, нормально, бомба. Прикольно. Я конечно, смотрел раз 10. Конечно, про Соболя начали форсить вообще ужас. Я, ну, мы же когда снимали, я тут без да, задней мысли вообще. А вы... мы же не знали ничего еще. Это же было на сборах. Не, ну это понятно, да. Но тут не было отсылки. Кто придумывал, вот честно скажи. Это вообще в рандомайзере все слова. А, да? Ну, серьезно? Типа, да, типа придумай слова для них. Нейросети, знаешь, пиши запрос. Придумай слова для рубрики, а она тебе накидывает. А, ничего себе. Мое почтение. Немолодым людям. Удачи там, Далерка. Я говорю, ты-то чё, удачи? А? Чё с ним? Так? Почему? Не знаю, чё с ним? Ты чё, Димасик, как? Нормально, всё. Нормально, да. Когда тебя в списке увидел, думал, что ты не приедет. Всем рано. Но у вас лучший старт за чуть ли не всю историю. Вон там нет места. Дай на третий день. Заходи. Я буду подниматься. Ты что, устал, что ли? Ну что, голова, как вас кошмарили вчера в первом тайме? Прям свой забег, опять микрофон убегал, ничего нет. Что-то украсть есть у вас? Ну, экипировку не знаю, готовили. Экипировку, да, для кроссовки. А это, да? Любые вообще, мне нравится. Там так нет. А где ты на это делаешь? Так, это для весело приехал, как сюда? Да. Это что, тренировочное? Не ходить. А, ходить, да. Такие. Подожди, это? Ладно, я сейчас еще зайду к вам. А вот. Да. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, ты сегодня сможешь прямой эфир Матч ТВ выйти буквально на 10 минут? Вся надежда на тебя. А почему я? Вот он за день вчера хорошо игру сыграл. Мы тоже займемся. Очень бы. А сколько? 15:30, буквально 5-10 минут. Хорошо? По скайпу. Да, да, окей. Здорово. Привет. Нормально. Немного я поменял. Я привыкаю. Ну что, ты рад вернуться? По кому соскучился? Да блин, я, если честно, по всем соскучился, но в сборную в любом случае. Ну переключиться даже, как минимум переключиться, да, прикольно. То есть постоянно там, долго находишься, чуть-чуть это. По-русски поговори. По-русски, да. У нас же есть этот физио, один хорват. Он же русский язык знает, один чувак у нас в клубе. То есть он, ну как так, но... То есть, а так, в принципе, да, но... Так бы все равно игра бы была бы, если где-нибудь в Москве было бы куда посидеть. Да, но... Слушай, у вас была очень красивая форма, когда был матч столетия. Монако с Монпелье. Вообще столько вообще людей просто написали, а у нас нам сказали, что-то продали. Их же тоже там, ну то есть в фаншопе поставили эти футболки, что-то продали там. Честно, врать не буду, ну короче, там чуть ли не в 5 раз больше, чем обычную нашу форму. Там за несколько часов продали. Сейчас хотят еще раз ее, короче, запустить и опять туда за. Ну у тебя сколько человек попросил такого? Очень много, у меня всего 2. Я то есть с одной хочу себе оставить, но столетие клуба как бы. Вряд ли еще одно столетие я проживу.
И одну, я не знаю, от максимум одну кому-то едет. Тогда прикольно. Так, что у нас в час, да, тогда одежда, да? Да. Все так разворачиваем. Нормально, сейчас нормально пока. Только галик. Галик это? Но всегда было после... Задачка такая, думаю, что я не понимаю, что это все.